Во Владивостоке в Центре современного искусства «Заря» открылась выставка «Сон Зари», охватывающая 7-летнюю историю центра. Зритель сможет узнать обо всех знаковых проектах, которые были осуществлены за этот период времени. Сегодня мы хотим рассказать о том, как мы работали, какие проекты были удачные, менее удачные, какой опыт мы получили, и показываем некоторые произведения искусства из собраний Центра современного искусства «Заря». Участники выставки – известные российские, зарубежные и приморские авторы. Часть экспозиции посвящена опыту художников, чьи проекты были глубоко интегрированы в городскую среду. Например, крылья Паши 183, размещенные на автобусных остановках, или граффити Славы ПТРК на уличных ступенях. Здесь можно видеть некоторые произведения искусства из коллекции Центра современного искусства «Заря», который собрал большой архив своей работы, порядка 400 единиц хранения, архивных материалов и произведений искусства, созданных художниками со всего мира и посвященных Владивостоку и Приморскому краю. В экспозиции уделили внимание крупным выставкам, программам кинопоказов и лекционным циклам, которые проходили в стенах центра и знакомили гостей с миром современной культуры. За моей спиной находится необычный объект. Это произведение художника из Москвы Георгия Острецова, который работал с выставкой под названием «Автотранс НП» и создал автомобиль нового правительства. В своей работе художники неизменно держали фокус на локальном контексте, мифологии нашей территории, особенности социальной и культурной жизни. Выставка, с одной стороны, освещает флагманские проекты, это большие выставочные проекты, либо дискуссионные, перформативные проекты, которые происходили здесь. А также делается специальный акцент на арт-резиденции, вообще на роли этой институции в формировании и во взаимодействии с местным художественным сообществом. Стоит отметить, что на Дальнем Востоке при центре открыта единственная программа арт-резиденций. Она приняла художников из 21 страны и реализовала более 90 проектов, посвященных осмыслению геополитического, социального и культурного ландшафтов Владивостока. Алина Черненко, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.